Я, говорит, хочу репорт, но только не жив. Меня спасает только музыка, мне кажется. Да куда? Куда, братан? Или он за красным хотел? Красного-то там нет уже. Короче, меня спасает только музыка, чтобы пукан себе не порвать. Ракет почему-то вторая. Все третья. Бля. Спасибо, Денис, спасибо большое. Фармим, чё? Я не знаю, что будет в итоге, типа, с таким пиком. Ну, красный выбивать. Бля, у них нормально так покосал, кстати. Блин, почти ульт получил. Нормально, 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 нормально. Залепили. Спасибо, братан. Господи, у нас такие токсичные типы, но они, типа, лучше играют, чем вот эти, видимо. По всей видимости. Я
Не знаю, зачем она это сделала, умерла от нее. Ну ладно. Так, все. Бля, ну что ж мне спиннерами навыпал? Так, погнали. Я иду, иду, иду. Да серьезно. Хорош. Ну мы их разминаем, вообще как-то не особо напрягаясь, я бы сказал. Типа Фрей выфармливает их джангл. С Осирисом нет смысла даже пытаться драться. У него был и ульт. Да ладно. Ну чуть-чуть же, за малым там. Сейчас этот сзади придет. Бля. Да дайте я кину. Дал геп срулил и бросил этого. У меня нет маны, к сожалению. Вейкап, ну да, он должен был видеть его. Хочу лево. Тут варды, блядь, у тебя стоят, братан. Или не стоят. Да просто жесть. Короче, нет смысла даже пытаться, наверное, гангнуть этого. Осириса. Что это бред? Лучше шибаланке помогать.
Но он не фри, какой же он фри? Вот опять, он опять сейчас на ульте просто уйдет, да? Нет, смотри. Они даже ротейтят вовремя. Господи, они такие слабенькие, конечно. Минус шибаланг. О, привет. Привет. В итоге Кабракан, который больше всего токсичным был, сейчас топ все, ну ладно. Даже мне мана нужна, братан, срочно. Не-не-май. Блять, зачем я двойку качаю, ладно. А, ну хоть нормально, почему нет. Он не будет драться. Он увидел, как я миснул, но драться он точно не будет. Что Фрейя делает? Да как? Стреляй в портал, под портал стреляй. А, она не ушла в портал. Бля, маны нет. Сори. Здорово, Кирилл. Да бля, я думал, она ее прям заваншотит прям. Думал, вообще ей люлей раздаст. А, бля, шея моя болит. Здорово, да тут новую скачал недавно. Разработчики прислали. Короче, я хочу сюрикены собрать на нижу. Я не знаю, насколько они будут хорошо работать. Вообще нет, не хочу, ладно, все, обманул. Андатра это что такое? Что-то знакомое слово, я не помню, что это.
Водный грызун. Ага. Да, серьезно, да блять, что ж они такие все везучие-то? Братан, ты меня чуть не отдал. А он бэкается. А, здесь вардик был. Мы убили. Если мы еще и сиркет сейчас убьем. Мы не убили сиркет, ладно. Но было близко, было близко. Шабаланки просто вообще такой. Он нигде. Он даже не пытается, типа, помочь там ребятам. Очень странно играет он. Я, короче, сейчас фул криты соберу. Спасибо, Люрикс, спасибо большое. Нужно отвыкать, да, тебя Люрикс называть и назвать уже вот воровка ложек. Ник-то классно придумала. Здесь воровка ложек. Мои-то ложки на месте все. Дабл килл. Бля, меня аж разорвало. Ну ладно. У нас шабалатки просто нету в игре. Чувак просто типа, ну... Отстояла ДК, скажет, без саппорта как бы. Чё нет-то? А то, что саппорт так и так уходит с линии, типа... Но ДК должен ротейтить его как бы. Не сильно волнует, я так понимаю. Сиркет слабенькая, она вообще потерялась. Слушай, ну он бы убил его, если бы тройка прыгнул, двойку бы сдал бы и убил бы. Здорово, да, приболел немножко. Простыл, что ли, не пойму. У меня малой просто заболел, блин. Я с ним весь день провел, и, видимо, он меня заразил. Я просто не знаю, как маленькие могут заразить взрослых. И я подротейтил ребятам нормально. Ты елку поставил уже? Да, видишь, на экранчике поставил. Можешь с нами посидеть, это ж хорошо. Это ж хорошо. Хорош, красный забрал. А чё он не берет его? А, он с фиолетовым. Я возьму. Да ну ёб твою мать. Блять. Здорово, Доробор, здорово. Тихо. Маны, конечно, не хватает на ниже. Ой-ой-ой. А, ладно, он умер. Он умер, но они туда стянутся, я думаю. А мы тут похерачим пока фаер-гиганта. А, не на экранчике, я не увидел, братан. Нет, нет, елку еще не ставил.
Януса не поймать. Ладно, ФГ забрали, уже хорошо. Да, братан, но никого же нету. Всего минус ульт. Хоть где-то она есть, да-да-да. Ну для вас ты поставил, ё-моё. Опа, здорово. Неплохо. Хорош. Йо, кул. Чё бы ещё такого собрать, что прям вообще жестко было? Блин, я соберу эту... Нет, не соберу, это так тупо. Блять, я соберу. Я соберу и разнесу им лица просто в клочья. Да я только начал, ты успеешь. И мне бы сделал, у меня мой кончился. А я приболел, между прочим. Ну не ходи на Янус нормально играет, и то потому что он на Янусе играет, мне кажется. Ой, блядь. Что-то в меня больно попало так. Да я вроде ем, знаешь. Да-да, я просто по ней раз дам. Дайте. Сука. Хотя бы этого. Но он засейвил, слушай, он засейвил. Странно, да у меня малой заболел, я же говорю, я весь день с ним провел, не выходя из дома, он болел. И, видимо, он меня подзаразил немножко. Тут что у нас просто жесть какая-то доминейшн, блин. Бери, бери. Давайте убьем эту. Почти убил, алё. Хорош. Ну давай. Ну давай. Как он забрал? Как он забрал мой килл? Пока работы нету, можно посмотреть. Хорош. Чисто двоечку дал. Так он говорит, он не попал по нему хитом. Вот эта странность. Спасибо, ребят, за подписку.
Ну вот, это простой такой пример, когда команда, короче, затоксила в начале, но мы все молча, стиснув зубы, играли. Играли друг с другом, типа, не мешали, отыгрывали, как бы, ну, не тем, кем нужно, но там, где надо, так сказать. И все нормально. Мы выигрываем. Очень странно. Я не буду брать, короче, сейчас апгрейдить активки. Мне этого хватит. Здорово, Вебзер, здорово, Александр. Дела? Да, хорошо. Хорошо. Первая катка. Все пересрались в начале. Кабракан ушел на соло. Фрея пошла на саппорта. Херон вообще с испанским флагом. Вообще не посмотрел, кто что пикнул. Пикнул второго АДК. Говорит, ой-ой-ой, сори. Говорит, ребята, сори. И в итоге мы просто, ну просто изничтожаем их. Ну, не без моей помощи, естественно, типа, ну, вы понимаете. Сука. Фартовая. Бля, нужно либо помочь, либо ломаю. Хорош. О, отлично. Хорошая катка. Хорошая катка, хорошо отыграли.